Ну, видно, кончился движ платформу. Вот мы и приехали. Доброе утро, дорогие грибники. Сегодня мы в Краснолиманском лесу находимся. Итак, сейчас мы направимся. Электричечка отъедет, мы направимся в лес, чтобы разведать. Есть ли сегодня грибы? Сегодня 24 июля 2013 год. Мы в Краснолиманском лесу. Ну, видно, кончился движ платформу. Итак, мы движемся в сторону леса. Сейчас мы буквально через 15 минут зайдем в лес. И уже станет известно, мы движемся. Сбылись ли наши надежды или нет. Мы приближаемся к лесу. Итак, мы заходим в первый березняк. И здесь мы видим 24 июля белый гриб березовый. В Краснолиманском лесу. Так, полчаса по старому лесу. Мы пока не унываем. Один белый у нас есть в корзинке. Вот он, такие мухоморы стали попадаться. Кое-где нашли даже скрипицу. Будем искать дальше. Вот мы подошли к среднему лесу, в Краснолиманском лесу мы находимся, средний лес. И вот бугорок отодвинут, сразу же найдены два симпатичных белых гриба. Вот среди лисичек, которые нашел Алексей Петрович, вот рос такой прекрасный боровик. Который нашел Александр Максимович. Вот. А я нашел вот такую лисичку сегодня. 24-го. Мы оба не в обиде. Июля. В таком лесу лисичка сегодня встречается где угодно, даже под самим дубом. И это не Крым, это наш краснолиманский лес. Июля. Белые сегодня тоже встречаются. Вот он стоит. Вот они стоят. Это сосен. Сосен. И вот он. Замечательный белый. А вот представитель очень редкого подвида. Каштановый гриб. Сегодня 24 июля. Дача нам продолжает сопутствовать. Вот он, молодой белый. И уже в старом лесу. Небольшой ликбез. Лисичка любит вот такие круглявые коряги. Под ними она тоже растет. Если не нашел, нет.
да? Ну и сейчас хочу показать вам объем лисички сегодня, 24 июня. Вот лисичка, вот лисичка, вот лисичка, вот лисичка, даже вот лисичка. И снова бугры стоят, и снова лисичка, и вот бугор, и вот, и вот, и вот. Вот такие замечательные боровички 24 июля вылезли в Краснолиманском лесу. И в заключение итог нашей поездки полная корзина грибов 24 июля 2013 года. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Я вынужден заканчивать мой фильм сегодня, потому что я попал на большую поляну, где очень много лисички. Мне придется сейчас эту всю поляну вокруг большого дерева сейчас косить лисичку, поэтому, к сожалению, съемку пора заканчивать. Пора набивать корзину полную лисичкой.